Мы решили командой зоопарка поздравить нашего медведя Диксона с наступающим 2023 годом. И, ну, придумали небольшие такие подарочки для медведя, а именно у нас была коробочка с мясом и рыбьим жиром, значит, сверху селедочка украшена, это все. У нас были несколько комочков снега, куда мы спрятали тоже мясо, плюс еще яблочки украшенные, ну и, естественно, повесили такую замечательную сосну для того, чтобы, ну, не только как-то приукрасить, да, вольер, но еще для медведя это такое обогащение среды. Для животных расставление вот таких вот вещей, как елки, те же самые, пихты, сосны, это в порядке вещей, потому что это, наоборот, создает некоторое разнообразие, да, в его естественной среде обитания, а именно в зоопарке. Вот. В природе звери тоже встречаются со всеми этими деревьями, и они также чувствуют этот запах, кто-то меньше, да, кто-то больше, но все равно в какой-то степени это все присутствует.